Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Десан. Мы продолжаем играть в Assassin's Creed Unity и проходить эту игру. И давайте, ребята, сразу пойдем на задание. Вот тут мы уже рядом. Если я не ошибаюсь, то это у нас уже пятая глава по счету. Пятая глава вроде. Первое воспоминание. В предыдущей части мы убили какого-то там короля. И вот сейчас, ребята, у нас уже пятая часть началась. Я могу чем-то помочь? Что за место? Оно ведет в святилище. Это, конечно, не парадный вход в Сен-Шапель, зато наше. Раньше его использовали наши шпионы, но сейчас тут полная разруха. Вам помочь? Если узнаю что-то полезное, тут же сообщу. И вам стоит поговорить с управляющим. Этому зданию не помешает ремонт. У меня сейчас немного туго с деньгами. У вас есть доход от кафе, используйте его, как сочтете нужным. Деньги в сундучке, он стоит на столе в кабинете. А чем больше вложено в дело... Тем больше доход. Да. И, кстати говоря, для нас было бы весьма недурно охватить и другие кварталы города. Возвращается бизнес со второго Assassin's Creed, или какого там, где вы могли покупать магазины, и потом с них доход шел. А где он? Заберите доход от кафе. Ага, значит, где-то вот тут, да? Да. Забрать выручку. 20 вот этих деньжат только. Ну, а вот это мы можем вклад. Памятные вещи, сундук, восстановить, первый этаж, 100. Ну давайте за при работе купим. Над основным крылом за кухней нашли небольшую потайную комнату. Ого, нифига себе. Советую туда заглянуть. Визуальные улучшения, новое задание. Прикольно, то есть вы можете свое кафе держать, ребята. Еще вам доход даже с него будет идти. Это реально прикольно сделали. Вот это прикольно, действительно очень нравится. То есть кафе вы можете покупать, потом еще где-то. А как нам вот туда спуститься? Обычно, да, вот сюда. Так, и вот сюда. Отлично, заходим. Фух, пятая глава, ребята. Смотрим. Если пятая глава, то мне кажется, но будет где-то тут глав так 15, может чуть-чуть больше, мне так кажется. Друг, если так, то это недолго проходить, ребята. Мы дошли до пятой главы приблизительно за 3 часа. Я вообще туда иду. Чё за фигня? А, вот, сюда нужно подниматься. Если до пятой главы мы дошли за 3 часа, то если по сути дела так смотреть, то до 15 мы дойдем где-то за часов 10 чем-то, если будем не отвлекаться, а вот это. Так можно быстрее проходить. Ну и видок. Уже много месяцев я воюю с братством, национальным собранием и королем. Политического чутья у них не больше, чем у недалеких крестьян из деревенского совета. Поэтому так и выгляжу, юноша. Не хотел обидеть, учитель. Просто волнуюсь. Да что я, Арно? Плачь о Франции. Хватит о политике. С какими-то вестями? Что с убийцами де Лассера? Король нищих мертв. При нем было это. Покойся с миром. Забери себе. Незачем такой вещи гнить в склепе. Носи его с честью. Это еще дробаш? Спасибо. Буду. Что задание? Король нищих и Север были лишь пешками в большой игре. Кто-то навел их на месье де Лассера. Тамплиеры все усложняют, да? И что тебе известно о загадочном гроссмейстере?
Есть подсказка. Оружие, которым убили де Лассера. Булавка, работы ювелира Жермена. Но при чем тут он, я не знаю. Твоя задача ясна. Найди ювелира и выясни его роль. Понятно. Мессия. Пойдемте, ребята, куда нам нужно выходить и опять бежать куда-то. Как жалко, что друг мой? Быстро его такой, этого, как его, перемещения нету. Если бы оно было, то еще бы быстрее намного вот это все делалось. Потому что с одного конца города на другой бежать, это не очень так, ну, не очень быстро, можно и так сказать. То есть, чтобы туда добежать, нужно приблизительно пару минут. Только вот на эти «иди туда, прибеги туда» больше времени уходит, чем на остальное, мне так кажется. То есть, на миссии и все такое. Ну вот, например, ща, ребята, давайте посмотрим, куда нам бежать. А хотя не так уж и много, то есть... Ладно, давайте. В какую сторону нам нужно идти? Ща, ребята, бежим туда. В какую сторону? Вижу. То есть, там, наверное, нужно вот через реку или нет? Или нет? Ну, фиг его знает. Ладно, давайте как-то сейчас разберемся, куда нам нужно. Прыгнем сюда. И переплывем через реку. Так, ребята, мы почти прибежали. Сейчас нам нужно туда залезть, на самый верх. Ладно, давайте уже его вот этих перебьем. И тебе на зараза. И тебе тоже. Всех перебили. Сейчас залазим сюда, ребята, наверх, куда нам там нужно, чтобы начать задание 5 главы. Так. И вот оно тут. Отлично, начинаем. Часть вторая, часть пятая, воспоминание 1. Сложность. Задание повышенной сложности. Чего там было написано? Приобретайте навыки, оружие или снаряжение, чтобы повысить свой уровень. Ух, ни хрена себе, тут еще и такое есть. То есть, без этого мы никак. Снаряжение. Защита головы, груди. А, точно, вот оно что. Тут еще и такое есть. Я по этому поводу и забыл, если честно, ребята. Незаметность. Ну, тут уже такие дорогие пошли, а нам пока что нечего. У нас бабла-то куча нету. То есть я даже деньги не собираю, я только прохожу вот это все. А вот это нужно собирать, потому что без них никак. Усиление там. Нет, не вот это. Навыки. Давайте ближний бой. Нет, это нам не нужно. Это нам тоже. Здоровье. Нет. Ну, давайте попробуем. Я не знаю, сможем ли мы. То есть, видите, тут даже нас предупреждают, что задание такое сложное. Если вы не купите какие-то там необходимые вещи, то сможете умереть. 1791 год. Ну, в принципе, да, так оно и есть, но у нас денег нет, я все деньги потратил, там купил себе что-то. Однако странные дела тут творятся. Костюмчик у нас новый. Дверь взломана, найдите Жермена. Ага. Так. Опять залагал ассасин. Ах. Ладно, лезем. То есть, попытаемся не умереть. Нам же даже, говорю, написали, что задание сложное. Кто? Ага, ну, чувак нас запалил. Так. Сначала вот этого нужно убить. Стоять! Не может быть, граждане! Чё ж на хвосте вы? Да твою ж! Чё за фигня, почему я не могу?
Выходи, убийца! Вы же мертвы! Да, кучу мы патронов потратили. Это не к добру. А вот ты! Я же на хвосте был! О, это плохо! Тебе не спасти! Тебе не спасти, собака! Так, главное вот этих поубивать, которые стреляют, потому что они самые такие. Которых нужно в первую очередь убивать. А чё тут у нас? Тут у нас есть какие-то деньги, ща, ребята. У нас есть обычные деньги, у нас есть какие-то другие. Вот это я не знаю, что. Не F, а какие-то... Ща, ребята. Предплечий давайте. Нам нужно что? Ближний бой и стойкость брать. Чтобы защита была нормальная. И вот стойкость. Купить, взломать. Стойкость, дальний бой, ближний бой. Ух, ну это дорогое. Во, это было бы нормально. И вот это. Но у нас нету... Улучшить. Ага, это улучшать. Понятно. Ну, давайте попробуем. Ну, улучшили мы, и что дальше? Ну, ладно. Может, какие-то там улучшения, но бабло 100% нужно. Без него мы вообще никак. Он там уже 3 недели. Даже из комнаты не выходил. Не говоря уж об остальном. Поглощен работой, да? Скорее одержим. Кажется, он и не знает, что мы тут. Эй, грязь! Ну, этих мы убили. Я вижу, что вот там кто-то есть. Но как нам туда... Ага, во. Месье Жермен? Ювелир? Боже. Я провел тут вечность. Прошу, спасите. Сперва расскажите мне об этом. Потом. Расскажу, когда выберемся. А сейчас бежим. Пока нет стражи. Ладно, идем. Нет. Главный вход под наблюдением. Нам придется спуститься. Тогда за мной. Только тихо. Ага. Ладно, давайте так, по старинке, без стелса. Так, раз они уже... Ух, нифига себе. Эти снайперы. От меня не убежишь. Стой, сволочь! Вот он! Ща, мы попробуем. Быстренько так перебить. Так, и еще раз. И еще тебя. Конечно. Всех? Вроде всех. Так, ща. Вперед! Да. Остановись его! Во! Ждите! Отлично. Фух. Всех перебили? Нет, не всех. Тут еще один есть, я вижу. Вот там. Или нам туда добежать нужно? А как нам выбраться? То есть мы не можем это взламывать, у нас нету навыка. Ага, вот сюда. Значит, вот так. Надо идти. Хорошо. Ассасин, ты опять немного глючишь, как я заметил. Ждите. Черт.
Ну, хотя бы троих перебили. Этого можно болтать, у него патрончики 100% должны быть. За мной. Он же стреляет, да? Конечно. Нет, не было. Смотрите на крыше. Там обычно стоят часовые. Неужели вы такой важный заключенный? Да что ты тут глючишь-то так, ассасин? Вижу. Лезем тогда туда. Быстренько перебьем их. Где они там? Ну, одного я вижу. Ну, точнее, я знаю, где они, но... Вот так. Где он? Вот он. Шермен, планы меняются. Если бы ты не глючил, это было бы вообще офигенно. Нифига себе, какой-то жирненький такой. Хотя... Опять ты в текстурах застрянешь. Давай без глупостей. Отпусти ювелира. А ну назад! А, значит, он тоже ассасин. А, нет. Боже. Я убийца. Мне показалось, выхода что он клинком или чем-то идем ударил. Вперед. Да, конечно. Так, куда нам? Просто бежать за ним. Ладно, бежим, ребята. Сейчас 100% нас нападать будут. Все? Или еще куда-то? А, все. Спасибо вам. Вы меня очень выручили. Теперь вы меня выручите. Да-да. Я... Я сделал несколько таких пару лет назад для некоего Лафреньера. Заказ был необычный, и я пошел на поводу у любопытства. Словом, я стал собирать сведения о Лафреньере и обнаружил, как сказать... Он тамплиер. Вы об этом? Да. Я думаю, да. Я мало что понял. Увы, я был небрежен, и Лафреньер обо всем узнал. С тех пор я сидел под арестом. Делал для него оружие. Где его найти? Ну, Лафреньера очень непросто выследить. Недавно я подслушал, как он говорил о грузах на хлебном рынке. Звучало серьезно, но непонятно. Скажите, отчего такой интерес? Он убил близкого мне человека. Хочу знать, зачем. Вот как. Мне очень жаль. Они вернутся за вами. Затаитесь. Да, пожалуй. Продолжить, ребята. Воспоминание один завершено. Костюмчик у нас такой странный, конечно. Не очень, но... Да ладно. Так, сейчас. Вы получили новый ранг ассасина Падма что-то там. А почему за эти задания не даются нам деньги? То есть, почему нужно другие задания проходить, чтобы деньги получить? О, тут же можно посмотреть, какие задания есть. Первую часть мы прошли, вторую тоже, третью и тоже, четвертую тоже. Ну, как бы не полностью, видите, но все же прошли. Сейчас пятая, шестая... А, ну, если так считать, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая, десятая. 12 глав, ребята. В этой игре 12 глав. Если так. Если вот так смотреть, да, то получается 12 глав. А 12 глав это, в принципе, можно сказать, более-менее нормально. Нам сейчас, ребята, хотя, может, я это потом сам сделаю, нужно как-то деньги. Вот. Вот, сундучок там есть. Деньги потом нужны, чтобы вот прокачивать наши умения. Без них мы, в принципе, никак вот это все не сделаем.
То есть нас будут убивать, можно сказать. Очень большой урон по нам будут наносить, можно и так сказать. 320 монеток нам дали. А, нет, 150 дали. В общем, у нас 300. Я правильно понял? Да. 320. Назови имя! Так, убили. Ну что, сейчас? Задание выполнено. Ого, мы 4 задания вот таких выполнили, чтобы так спасти кого-то. Или знаете что, ребята? Или просто каждого обыскивать. Да, с них немного бабла падает, да, по 10, но все же, например, 2 убили, 10 бабла. 10 убили, 100. То есть более-менее такая нормальная. Как, так как мы их убиваем, да чё ты... Так как мы их убиваем, вот, например, сейчас еще вот этого убить. Вот этого, смотрите. Этого. И если посчитать, то у нас сейчас 40 должно быть. А, хотя нет, не всех падает по 10. Или нет, падает. Нет, даже по 20 падает и больше. У нас было 320, сейчас 435. То есть можно и так, ребята, делать. Потихоньку убивать, или когда, например, мы задание проходим, вот, например, вот так, да и все. Ну, я уже думал, вы на меня нападаете. Задание в толпе выполнено. О, мы выполнили такие, нам дали 500 денег. Отлично. Офигенно. Сейчас побежали дальше, ребята. Опять ты глючишь. Есть еще такие места, где глючить, да, но... Побежали. Так, не будем пока что ничего покупать. Вот, 90 метров, нормально. Так, ну, 1000 у нас есть, за 1000 мы сможем купить там, я не знаю, какие-то фигни. Давайте посмотрим, что мы там сможем купить. Снаряжение, снаряжение, давайте защита предплечий, допустим. Это 1000 стоит. Это 1000, ну вот это было бы офигенно. Там и защита есть, и все такое. Но это потом. Но у нас еще пока что не хватает. Но деньги нужно собирать, действительно нужно. Без них никак. Я думал, вот, ничего даже покупать не буду. Просто так пройдем игру как можно быстрее. А оказывается нужно, потому что там даже пишет, да, что там задание сложное, вы его никак не сможете пройти, если, если вот это не... Не сделайте вот то все. Но, в принципе, ребята, я так думаю, давайте уже, может, на этом закончим. Часть пятая, воспоминания второе. Как я посмотрел, сейчас 12 глав в этой игре. Мы уже, ребята, на пятой. Поэтому пятая, десятая и потом посмотрим. Давайте на этом закончим. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем за просмотр, всем удачи и всем пока. Не забываем, ребята, чем больше лайков наберем, тем, если вам нравится прохождение Assassin's Creed, то ставьте лайки, я посмотрю, что вам нравится, и будем дальше его проходить. Всем за просмотр, всем удачи и всем пока.